В столице прошел внеочередной пленум Центрального совета экологической партии Узбекистана. На нем рассмотрены вопросы, касающиеся участия в досрочных выборах президента Республики Узбекистан, выдвижении кандидата на должность президента от экологической партии. Во внеочередном пленуме Центрального совета экологической партии Узбекистана приняли участие члены Центрального совета, члены фракции партии в Законодательной палате Оли Маджлиса, руководители региональных партийных организаций, партийный актив и представители средств массовой информации. Сначала был рассмотрен вопрос, касающийся участия экологической партии Узбекистана в досрочных выборах президента Республики Узбекистан. Далее обсуждены организационные мероприятия, связанные с проведением конференции областных партийных организаций по вопросу созыва партийного съезда, его повестки дня и избрания делегатов. На пленуме обсуждены актуальные задачи обеспечения должного участия партии в выборах президента Республики Узбекистан, полного использования широких прав и возможностей, созданных для политических партий, исходя из программных целей и идей партии и интересов ее электората. Впереди еще один большой политический процесс – досрочные выборы президента Республики Узбекистан, который имеет огромное значение для продолжения и непрерывности курса демократизации и реформирования нашего общества. Предоставляет возможность всем зарегистрированным в стране политическим партиям побороться за власть и убедить электорат в успешности своей программы. И дает возможность народу выбрать из всех претендентов достойного политического лидера, чьи взгляды более прогрессивны, понятны и близки по духу электорату. Поскольку приоритетные направления нашей партии направлены на обеспечение экологической безопасности страны, на последовательное решение возникающих экологических проблем и объединение всех сил общества в обеспечении экономического развития, экологическая партия Узбекистана примет самое активное участие в досрочных президентских выборах. Вместе с тем, участники пленума внесли ряд организационных и идеологических предложений по обеспечению эффективного проведения партийной избирательной кампании. Подчеркнуто, что для реализации политическими партиями и гражданами избирательных прав в Узбекистане созданы все необходимые условия, способствующие проведению выборов президента на основе принципов многопартийности, свободной конкуренции между партиями, открытости и прозрачности, согласно избирательному кодексу. В ходе пленума принято решение о выдвижении кандидатом в президенты Республики Узбекистан председателя исполкома Центрального совета экологической партии Узбекистана Хамзаева Абдушукура Худойкуловича на предстоящем съезде партии. С учетом предложений и рекомендаций пленум Центрального совета экологической партии Узбекистана принял соответствующее решение по всем обсуждаемым вопросам.